Дачный сезон стартовал. Ангарчане отправились на свои участки. Ведь, как говорят садоводы, один день год кормит. С сегодняшнего дня автобусы выезжают по 12 маршрутам в садоводство округа и Усольского района. С 1 мая по 30 сентября дачные маршруты будут работать в обычном режиме по расписанию. Если возникнет потребность, будут выставляться дополнительные автобусы, и поэтому люди могут спокойно добраться до своих дачных участков. Весь транспорт проходит обязательную санитарную обработку и дезинфекцию, а водители выходят в рейс в защитных масках. Не пренебрегать мерами личной безопасности рекомендуется и пассажирам. Впрочем, дачники не возражают против соблюдения санитарных норм. Многие оценили, что в этом году бесплатные проездные оформляли дистанционно и доставляли на дом. Мне лично получилось удобно. Мне домой принесли билет, все нормально. Все получилось хорошо. Позвонили, принесли. С 1 по 5 мая все праздники Управление социальной защиты населения будет выдавать проездные билеты на садоводческие маршруты прямо в здании местной автостанции. Здесь же можно ознакомиться с расписанием дачных автобусов. Также оно опубликовано на сайте окружной администрации и в местных газетах.